Ежегодно во всем мире у людей разного возраста при разных обстоятельствах возникает острая необходимость в срочном переливании крови. Такая процедура спасает миллионы человеческих жизней. Однако, хотя потребность в крови огромна, на протяжении многих лет доступ к ней, к сожалению, очень ограничен. Запасов, хранящихся в специальных банках крови, недостаточно. Для пополнения запасов крови организованы выездные донорские пункты. В очередной раз передвижная станция переливания крови посетила наш районный центр. Служба работала с раннего утра до 11:30. За период работы донорами было сдано почти 15 литров крови. В акции приняли участие 37 человек.